даже застану. Русал играет против РТРС. Для Русал это заключительная встреча сезона. Впрочем, как и для РТРС. И тем и другим нужна победа РТРС для того, чтобы побороться все-таки за первое место во втором дивизионе. Но для этого нужно выигрывать, чтобы Зарубежнефть ни одного очка не набрала в оставшихся играх. А Русал теперь будет бороться за третье место в первом дивизионе. За то, чтобы в кубке попасть в сильнейший дивизион. Ну, Русал себе задачу осложнил максимально. В общем, если сейчас выигрывает 19 очков, но НКВ сможет их обогнать. Московскому кредитному банку для этого нужно будет две свои оставшиеся встречи выигрывать. А может быть, кстати, даже хватит одной победы и одной ничьей. Тогда будем смотреть по дополнительным показателям. Но вот по личным встречам Московского кредитного банка победа над Русал, при том со счетом 5-0. Если будет сейчас Русал победа, а потом МКБ победа и ничья. Будем открывать регламент и внимательно его смотреть, как же мы выделяем сильнейшую команду в случае равенства набранных очков. И у Московского кредитного банка соперники не самые сильные. Метлайф и Сбербанк страхования. Но, в общем, можно обыгрывать всех и других вполне. Конечно, зависит от того, каким составом приедет МКБ сегодня. Пока за 2,5 минуты Русал особо опасных атак не провел. Выход 1-1. Кряжев. Мне показалось, что сыграл рукой сейчас за пределами штрафа. Наверное, мне просто показалось. Трес сразу пытается послать мяч вперед. Фол. И до ворот всего 10 метров. Мяч попал в стенку после удара. Довольно спокойно действует РТРС и не тушуется перед более именитым соперником. РТРС забивает. Вот только я сказал, что действует по принципу спокойствия, только спокойствия. Здесь очень хладнокровно разыграли аут. Русал как-то особо и борьбу не навязывал. И соперник, что не
держал. И РТРС впереди. Быстрый ответ. Русал, ну вот здесь все-таки напоминают, почему до сегодняшнего дня были в лидерах таблицы. Еще одна контратака Русалов. Отличная командная работа у Русал. Вот здесь вот все игроки друг друга поняли. Хватило только чуть-чуть точности последней решающей передачи. Штрафной РТРС до ворот, конечно, очень далеко. Бывало в наших соревнованиях, что сумму забивали, и там менее удобные точки были, но это, конечно, редкость. Еще раз верни ему! Давай быстрее, Илья! Разбирают сейчас команда, кому должен достаться мяч. Достается в итоге РТРС. Жестко сыграно, ну, четко в мяч при этом. Меньше полутора минут до перерыва. Хорошая возможность сейчас гол в раздевалку забить. Посюду, смотри, посюду! Слишком долго вводили мяч в игру. И снова слишком долго вводили мяч в игру. Возвращается на обратный Русал. Вот здесь наоборот поторопили. О, нервный сегодня день. Что не матч, то решающий. Все-таки заключительный тур идет соревнования. Oh!
беги! Беги назад! Лучше! Еще раз. Несу ему там фаул. 7 секунд. Илья, все в куче там. Все последние куче, секунды. Да отскочи ты, отойди оттуда, Илюха. Все, перерыв. Игра продолжена после перерыва между таймами. Возобновляется она при счете 1-1. И четвертое нарушение правил у РТРС. Вообще довольно грубо сегодня играют. Ну, не всегда успевают без нарушений отработать в защите. Ну, здесь дальнего нужно было забрать обязательно. Лучше возможности уже может не быть. Лишнина! Слушай, дай! Бронников, пас по флангу. Момент у РТРС, но вверх он почему-то решили разыгрывать. Пляжного рыба, большого футбола. Сам решай! Решай, последний момент сейчас защитник поставил ногу. Иначе верный гол. 1-1 и... Если матч закончится так, то «Русал» по итогам тура рискует со второго места упасть аж на четвертое. Пропустить вперед не только «Инлайн-групп», что уже сделано, но и «Московский кредитный банк». Русал пытается выдернуть сейчас на себя игроков соперника, поэтому катает мяч по своей половине поля. Мешаю, смотри! Кто-то должен уже ударить. Головой. Thank you.
Ну так, пошла последняя четверть матча. Штрафной «Русал». Сильный удар наносил сейчас Сучков. Да, на пятом нарушении правил РТС. Им палить больше нельзя. Вот мяча через все поле, и, конечно, тяжело было зацепиться, три защитника против двух игроков РТС, и сейчас рикошет спасает РТС и оставляет им еще шансы на победу, удар Кряжев или защитник, здесь сразу и не скажу, кто мяч отбил. Удары теперь уже. Гаркас играет за «Русал». Тайм-аут берет «Русал». Но, конечно, не устраивает их то, что сейчас происходит на поле. Продолжена встреча. РТС, ну, забивать надо. Режем спасает. И
удар был не самый опасный. Последняя чистая минута пошла. Тридцать секунд остается до конца. С мячом Русал РТС ждет шанс на последнюю решающую контратаку. Тут можно попробовать быстро ее начать, пока игрок не поднялся с паркета. Слишком сложно. Было время, чтобы мяч опустить на площадку и сделать пас низом. Гол Сучкова. Да, это шестое нарушение правил. 5 секунд. Вины держали игроки МТРС. Посмотрим. 10-метровый удар. Поэтому фолт был совсем не обязательный. Почти в центре поля. С края площадки. Радарь отбивает. 1-1 остался счет. Последний угловой. Теперь последний аут. Все, введен сейчас мяч будет. Вот будет прозвучит свисток. 1-1. Ничья.